Обманутые пользователи социальных сетей требуют наказать блогеров. Акцию протеста устроили жители Актау. 3 года назад они попадались в уговорами блогеров и вложили деньги в покупку телефона. Сейчас люди не могут добиться справедливости, наказать организатора и вернуть свои деньги. Полагаясь на эффективную рекламу, люди отправляли на счета блогера с большой аудиторией сотни тысяч тенге. Теперь обманутые требуют наказать не только псевдопредпринимателя, но и тех, кто рекламировал его услуги. Ахтлик Каусар обманывает людей, и это не пирамида. Мы хотим, чтобы она была наказана по всей строгости. Ахтлик Каусар рекламировали только блогеров, что в течение 3 лет им верили люди и внесли миллиарды тенге. Пусть будут сурово наказаны все, кто причастен и принимал участие в рекламе ее мошеннических схем. В полиции открыли досудебное дело в отношении одной подозреваемой, которая через Инстаграм-сеть собрала с потерпевших свыше 144 миллионов тенге. Во всех случаях подозреваемая получала деньги, убеждая своих жертв в том, что поможет приобрести мобильные телефоны iPhone по ниже рыночным ценам. В настоящее время расследование продолжается. Судом в отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ежедневно количество жертв растет. Каждый день обращаются обманутые. По словам участников акции протеста, они несколько дней добиваются у акимата разрешения на проведение митинга. По словам одной из пострадавших, жертвы намерены добиться ужесточения законов в отношении деятельности медиа-личностей и блогеров. Ирдос Кужантайло, Нурсултан Нуржанов, Дидар.